Друзья, вы знаете, хочу сделать небольшое объявление. У нас сложилась такая практика, в соответствии с которой руководитель программы, то есть я, является фигурой надпрограммной. Однако, штатное расписание нашей передачи, вообще нашего холдинга, не запрещает, не возбраняет мне находиться, тем не менее, так сказать, внутри нашего коллектива, нашей команды и быть ведущим нашей передачи. Однако по духу вот той ситуации, которая сложилась, все-таки я скорее фигура консолидирующая, если угодно символическая. И что? И, вы знаете, я решил оставить пост руководителя нашей программы. Как кого-нибудь, не знаю, взамен ты предполагаешь? Да. Видишь кого-нибудь на этом месте? Да. Я долго думал на эту тему, друзья. И взамен себя, в качестве руководителя программы «Профилактика», я предлагаю... Дмитрия Анатольевича Медведева. Мудрое решение. Да, хороший выбор. Отличный. Хороший. Но! Окончательное решение примем в мае. У меня 15-й день рождения сразу после него. Пока работаем по старой схеме. Что у нас сегодня? Итак, сегодня мы узнаем о том, какие звезды, кто из наших звезд самый безграмотный, расскажет нам об этом сама Тина Канделаки. Отлично. Да, и на этом незаурядном музыкальном инструменте сыграет сама Хелависа. Ого. Отлично, нормально, неплохо. А ты что, не в курсе этого всего? Я в курсе, старик. Но я, как ты помнишь, фигура надпрограммная, однако обращает внимание, не внепрограммная. Поехали.